второй год подряд под звуки оркестра в самом центре текстильного города начинается «Ночь музеев». Тема этого года – открытие во всех смыслах. Новые выставки, музейные пространства, интересные встречи. Изюминкой этой ночи стала фигура в стиле модерн, которую организаторы долго прятали от любопытных глаз. Интересным объектом, а точнее мероприятием этого года будет открытие ситцевого носорога. Это носорог, сделанный практически в реальный размер, скульпторами Артемием Черкасовым и художником Людмилой Август. Особенно носорог понравился детям. Они ощупывали пенопластовое чудо и не подозревали, какой глубокий смысл вложили в него создатели. Носорог – это вымирающий вид животных, так же, как ивановские ситцы – вымирающий вид ткани. Когда-то было, имеющий былую славу, именно эту цель мы и преследуем, чтобы популяризировать ивановские ситцы, чтобы молодежь приходила посмотреть на творчество нашего города в формате скульптуры. По задумке носорог должен был весь состоять из лоскутков ивановских ситцев, но взгляды на скульптуру художников и работников музея разошлись. Сначала носорога покажут на всю Ивановскую, а потом он отправится в тур по стране. Почти в каждом уголке музейного комплекса проводили мастер-классы. Это урок лексографии. Очень развивает фантазию. Берем побольше воды и краски, брызги разлетаются по листу. Художник в процессе создания картины непременно входит в раж. Лапы есть у насекомого? Да, есть. Рисуем лапы, вот таких много. Если это паук, нарисуем ему 8 лап, да? Да. Так, жирное тело у паука? Да, да. После творческого выпуска участники акции могли вывесить свои работы на всеобщее обозрение в галерее на прищепках. Это вообще международная акция, она известна под названием «Сушка». У нас несколько другой формат, то есть мы показываем и разрешаем приносить не только фотографии, но и художественные работы. Ну, например, чаще всего это рисунки детей, хотя и студенты активно включаются. Понравившуюся работу с желтых и синих веревок можно было взять себе. Как горячие пирожки расхватывали изображения животных, которые здесь разместили волонтеры приюта «Майский день». По традиции в переходе между музеями проходил показ моды. В узком коридоре, где толпились любители прет-а-порте, грациозно вышагивали модели. Зрителям особенно понравилась коллекция «Крылья», в которой противогаз выступал как подсказка к образу. Там есть вот этот намек на икара, на эти пробитые, даже простреленные крылья с помощью люверсов. Но это уже для тех, кто разбирается и хочет фантазировать вместе с художником. А так это просто модная коллекция. «Ночь в музее» – невероятно популярная акция. Здесь собираются люди разных возрастов, занятий и увлечений, чтобы прикоснуться к истории и искусству, стать ближе к богемной жизни города. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.